Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Рим в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm с последним патчем. Если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому видео. Ну а спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Чё-то компуса не особо люди стремятся ставить. Фига себе, Уинка. 5,7, так он там поставил, а чё тогда так мало науки? 25. Странно, у Инка очков великих ученых 5,7. То есть там компуса какие-то поставил, вроде ничего. Несколько, а науки 25 всего. А это горная хитрость. Так, что я тут дальше? Ну, пока, наверное, домой вернемся. Так, значит, Рим бани. Один ход. Покупаем рынок. Ну, вообще, в принципе, пинг тут далековато, конечно. Можно тоже его не особо бояться. Блин, ну давайте, наверное, тогда еще строителя в Ареции. Рим сейчас нормально будет расти. Ну, жалко, что храм Артемиды, как конечно, там не удалось. Кто кого? С Америкой. Ну, как ты думаешь, по военной силе? Ну, а там... там еще пробить нужно. А, как, а кто с кем воюет? Понятно. Америка на меня. Кто там с кем воюет? Америка сразу. О, Вильнюс еще есть. М-м-м. Ладно, давайте, наверное, пока здесь... пастбище. Один заряд осталось. Пойдем-ка вот сюда. Угу. Кампус на плюс 5 красивый. Инк, да. Но он же единственный. Так, ну все еще пока не... копим. Единственный нормальный. Слышь, американец, а у меня просто вот интересно, в чем смысл? А, да Медину просто неудобно поставил. Я туда город хотел пихать, а ты его так впихнул, что мне не лезет просто ничего. А теперь... Подожди, это ж теперь упорка на север. Ну, какой смысл? Да и тем более это, по идее, моя территория. Смысл в упорке на всю игру, мне кажется. Не, если бы он встал за реку, ну вот, правее, ну, окей, вопроса нет. Вот, испортил игру, и мне есть игра, получается. Так, не знаю, моя игра не испорчена. Судостроение. Как бы... Вот, слушайте, военная инженерия прям
недалеко. Ну, вот у меня три спецрайона, правда. Ну, слушайте, священное место, и вот это, все это можно построить вполне. Я что, у меня юниты не выбирались. Так, ну вырублю этот пока. Пойду вниз. Ой. Тут гопники. Кстати, а могу я? У меня 3, 4, 5. Да? О, интересно. Ну-ка, слушай. Саладин. Смотри, я тебе сейчас дружбу предложу. Попробуй отказаться со словами «больше не спрашивать». Нет, мне кажется, в сетевой просто даже не будет этого... Нет, там есть, есть ответа. Так, может, ему просто после этого не будут просто к тебе от тебя приходить предложения больше никогда. Ну вот и как раз посмотрим. Я тебе, кстати, послал тоже предложение там. Посмотри. Так, в Кагуану. Она хочет. Ну, а надо ли мне выполнять эти задания? Этих. Театральных, если я хочу культуру со священных мест получать. Не думаю. Блин, и отправил туда все равно. Ё-моё. Вот дурачок. А вот интересно мне, если варвары полоску здоровья города до нуля опускают, они город разрушают или что они с ним делают? Разрушают. Разрушают. Столицу нет, а другой разрушает. Любой. Значит, правда, ГГшек не знаю, но думаю, ГГшек, что не сильно. Так, 4 хода. Так, подождите, а кто меня просил отказать? Грузия? Нет, не Грузия, а Англия. У нас в игре Грузия есть. Отказал? Давайте, наверное, попробуем наемников ускорить. Ну ладно. Я соглашусь. Тяжелых колесниц построю. Блин, 90 стоит. Ну, я думаю, оно того стоит. Быстрее колесницы построятся. Потом начну... Блин, а где же дамба у нас? Где-то тут, наверное, будет. Кстати, один только разлив был в самом начале игры, и все. Мне и правительственную площадь надо бы поставить. Блин, в Риме плюс 4, то есть экстаз... А, нет, счастье. Фикстас на плюс 5. Только зато плюс 10 от счастья идет. Так, значит, тут убираем. Ставим бани. Удаляем. У этого один заряд остается. Он сюда идет трюфеля обрабатывать. Этот идет обрабатывать... бананы.
А вот и Канада где? Митла фигитла покеда. Англия, еще предложение. Так, я хочу еще у него открытые границы попросить. Хочу тут пробежать. А можешь одолжить чуть-чуть голды? Встречно бросил. С процентами. Ну, вообще-то у меня 60 монет всего лишь, что ты... Ну, ок. О, Венеция. Отлично. Кстати, Венеции... Вот Венецию я бы поотправлял. Послов, наверное. Давай, 15 отдашь, да? Да мне, честно говоря, уже нужно меньше. Блин, я уже наемники открыл. Ну тогда... Зря 90 монет потратил, да? Ну ладно, дострою эти коляски все равно. У меня все два хода до ученичества. Так, еще предложение, англичанин. Ой, там мечник. Это больно будет. Англичанин, прими предложение, пожалуйста. Мне тут не пройти получается. Да, ну надо что-то, наверное, поселенцев еще построить все-таки. Очевидно, тут два города как минимум становятся. Тут не знаю. Блин, вот это, конечно, сейчас дуболома убьют, да. Неудачно зашел. Так, а вот тут давайте мы отложим производство. А, вообще, а что откладывать? Я бы, наверное, правительственную сейчас бы и построил. Так, делаем так. Смена клетки. Вырубаем. Правительственная. А, нет, тут я гавань строю. Тогда тут коммерчески не надо.
Так, тут один ход до производственной площади. Откладываем. О, блин, в Равене надо было бани поставить. Что-то 5 городов мало совсем. Как там у народа? 5 у Канады. 6 у инков. У Англии 5 тоже. Ну, кстати, все как-то не особо много ставят. Плюс 4. Уже плюс 4, но тут даже больше будет после дамбы. Давайте... Я что-нибудь вырубать хочу вообще? Может, лян в Анций? Блин, у меня бани только здесь поставятся, да? К сожалению. Давайте, наверное, лян в Анций определю. Так, в Равенне бани. Ой. Саладин, предложение. Да, то есть тут проход от меня, смотрите, в 4 клетки к инку. Ну как и там война? Примерно так же к Канаде и Англии. То есть сиди, развивайся. А вот это причин. Вот все мой. Ну хорошо, Медина, да. Будет просто испорченная. Да. О, слушайте, я, может, смогу даже этот лагерь захватить, возможно. Блин, а где его столица? Тут, что ли? Которую я вокруг обошел. Так, с канадцем надо открытые границы. Канадец, предложение... Давайте города проверю. Рост производства тут ничего. О, а вот у меня и... Блин. А вот и разлив. Неприятно. Предлагаю при выходе в следующую эпоху перерывчик сделать небольшой. Хорошая идея. Ну давай, обстреливай Вильнюс лагерь. И я его радостно заберу. Ну что такое? Тупой Вильнюс. Живая вода. Куда мечник делся? А вот он.
Угу, тут не проплыть. Возвращаемся в родные пенаты. Так, пока опять же нету смысла никуда отправлять. Сидим, ждем. Блин, мне бы священные места начать где-то строить хоть как-то. То совсем. Ну, давайте, наверное, монархию открою. Без ускорений. Британец, а зачем тебе там разведчик вот над ГГшкой желтенькой? А, там только что упал этот метеорит. А, ты за ним дошел? Да, и там блять. Я... Блять. Не ругайте. Простите. Мне кажется, Магнуса стоит в Ареции. То есть шанс, что я буду вырубать в нем выше. Но я бы, честно говоря, лесопилки строил, потому что тут все у меня очень мало. Хотя, смотрите, в Равене... Я юнита не успевал двигать. В Равене да, куча... Вот то же самое. А что, у вас там помириться нету шансов, да? Ну, Америка и кто там... Нету смысла мириться, да? Вот так. Боров, который ему вообще нафиг. Не, ну вы меня обманули. Кого? Варвары город не разрушают. Мне просто не хватило очков. Нет, они уже пятый ход у меня город на нуле держат, и он не разрушается. Так может они его не захватывают? Может они там просто обстреливают его? Ну вообще да, они квадреймы просто по нему стреляют. А, ну вот, да. Они его не захватывают. Что ты удивляешься? Значит, можно только рукопашными юнитами захватить. Я думал, это только к игрокам относится. Что странно, например, в Old World, как бы, если стреляющий юнит просто, ну, снимает до нуля, то, собственно, захватывает. Я думаю, что квадримы тоже можно захватить. Там есть мощь в ближнем бою, и если нажать именно по горячим клавишам проатаковать, то черт знает, может быть, получится. Так мощь в ближнем бою считается, когда на тебя нападают. Ну, а ты пробовал вот как бессмертными? Ты кликаешь, ну, если правой кнопкой, то они как стреляют. Бессмертные изначально такие юниты. У них и дальние, вот. И ближние. Так это специальный юнит. Да, бессмертные, да. По-моему, дальники не могут захватывать. Не, ну, может, никто просто не пробовал по-другому захватывать. Бессмертный, как бы, вообще, это нынешний юнит. Блин, тут рынок надо купить тоже. Поставил коммерческий район. А рынок не сделал. Я думаю, что я в Ареции буду поселенцев делать. Восемьдесят две веры в ход. Короче, там у Канады 82 веры в ход. Что как бы намекает. Мне кажется, просто... Короче, я рекомендую и себе в том числе, потому что я тоже с ним когда-то дружбу заключил, не продлевать дружбу и обвинить его на всякий случай. Это хороший день. Главное найти его.
блин, у нас финики такие цвета одинаковые. Привет. А, британец, а ты акад нашел? Да. Вот если я севернее от него, вот там вот есть две клеточки горы, я где-то примерно в этом районе хочу город поставить. Ну, под акведук? Что я... Ну, да, 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 там. Но только я буду, получается, ставить, скорее всего, со своей стороны этих вот двух клеточек гор. А вот столица, ну, действительно обошел ее. Ну вот поставь метку, где тебе вот критично. Устроит? Вот. Это, в смысле, тут можно строить? Или, типа, дальше этой клетки не идти? Нет, я хотел бы там поставить город. Так, а сколько у меня дуболомов? Или у меня нету дуболомов, уже у меня убили? То есть мне некого апгрейдить в мой легион. Легион надо построить будет. Так, а где же мне тут города ставить? Вот у нас есть озеро. Так, ребята, голосуем и паузу. Предлагаю осудить религию Канады. Да, да, кстати, о, отлично, это нам в тему, можно тогда даже с ним дружбу продолжить. Что там у Канады, какая религия? Протестантизм. А что по войскам? Ну, за религию, наверное, тоже поднять. А там и воюют люди, может, о них узнать. Слушай, англичане, а ты можешь побольше на всякий случай влить в осуждение религии? Да. Я тоже два голоса кину. Побольше? Ну, у него 30, у него 35. То есть он примерно... Он может 4 голоса туда влить. Ну, так, ну и 7. Увеличено за 100. За веру. Ну давай. Хотя, честно говоря, сомневаюсь, что канадец будет юниты покупать. Как бы. Сейчас. Ну. Блин, я уже проголосовал. Мере, мы обрубим такую возможность. Просто думаю, выгоднее было бы, наоборот, снизить на 50% за производство, да. Ну, давай снизим. Не, понимаешь, ну, канадец, вот он будет покупать юниты, ты это сразу увидишь, у него 5 ходов, он не может 5 ходов тебе войну объявить. То есть это такое... Типа скидываемся голдой, кого собираются убивать, и живем дальше. Ну, типа того. То есть всегда можно подготовиться. Ну что, открыли монархию. Вопрос, стоит ли ее брать с другой стороны. Как бы раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут четыре, но тут все военное. А что, блин, у меня в военном вообще? Какие тут? Ну, можно... Содержание юнитов поставить, да? Строительство оборонительных зданий, ну такое. Ресурсы тоже не нужны. Скидка в золоте. Ну не знаю. Ну вообще, в принципе, все равно монархию можно поставить. Пожалуй, поставлю. Так, скидка... Этих я не хочу. Соседство священного места, соседство кампуса. Ничего из этого не построено. Торговая конфедерация, кстати. Так, содержание юнитов. Я, наверное, поставлю еще на создание вот этих антиколейских, чтобы построить одного... Легион один построить. Оборонительное здание не хочу. Против варваров не хочу. Морские юниты. Может, военных лагерей? Может, военный лагерь где-то
сделать. Так, стоимость покупки клеток. Тоже фигня. К жилью в городах с двумя и более. Вот это, кстати, можно. Да, давайте вот это поставлю. Все равно даже в Риме всего лишь 13. Ну тут точно надо расти. Так. В Риме промышленная зона на плюс 4. Рынок отремонтировать надо. И, наверное, зал для приемов. Вся подготовка поселенцев. Ну, блин, у меня не время поселенцев. Вот, кстати, надо было на поселенцев, наверное, поставить. И варецы строить. Ух ты. Фу, забираем. Что такое, что случилось? Ты вылетел. Супергерл вылетел. Черт. Блин, слушайте, я боюсь, чтобы он мне скаута не убил. Или не должен. Так, Финикия. Пошли, наверное, вверх. Первого посла я не поставил, да? Вопрос, надо ли? Ну, вообще, банк плюс 4, фабрика. Ну, видите, тут как бы это так, не... Так, только секунду, я проверю. Это у меня, скорее всего, войска-то разбежались. Куда дальше пойдем? Квадрирему я вряд ли ускорю, средневековые ярмарки еще могу ускорить, и гильдии могу ускорить. Пошли вот... А, блин, через 4... Значит, тогда пока так. Так, рынок я хотел здесь купить. Я бы тут рост поставил, честно говоря. Кстати, 0 ходов это, скорее всего, глюк. Это следующим ходом будет нормально написано. О. Я не опоздал? Ну, ставь плюсик, мы пока... Так, сколько у нас тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, все, все. Да все уж, по-моему, да. Это легкая кавалерия. Ну, давайте откроем. Тем более, что тут... Ты там предложение кинул. Так, селитра у меня что, одна только? Или все-таки где-то еще есть? Сейчас посмотрим. А я с кем-то торгую янтарем на самом деле. Да, мне просто не показалось, что... Ты вот ресурсы, знаешь, вкладка ресурсы есть? А, ну, я открыл, и янтарь есть только у меня и у Виктории. Все. А мне показывают еще инк и я. А, ну... А ты инка не может, встретил? Потому что, да, инка я не встретил, и мне, типа, неизвестно то, что ты с ним торгуешь. Хорошо, ладно, я понял. Так, в Риме стоит. Так, ну все, ставлю так, таймер. Ну так, в принципе, пока выглядит неплохо. Я, правда, не знаю, как у нас будет с кампусами там, со всей этой фигнёй. Но мне точно надо здесь города ставить. То есть мне точно надо варецы будет явно строить. Кстати, может мне тогда Магнуса прокачать... Грузия, за тобой там есть что-нибудь на снабжение? Интересное?
Нет. Наверное. Я то есть мне сейчас в Ореции надо мастерскую, скорее всего, построить, или... Ну, вообще, в Ореции нормально производство. Должно быть. Шесть этих. Да, не убил. О, он почему-то коляску мою атаковал. Так, а где живая вода вообще? Вот тут не показывает, что ли? Эту прокачку. Тут этой бури мне тут еще не хватало. Так, ну, наверное, сюда уже пойдем, этим лучникам. Все там посмотрели. Так, давайте с Финикии, может, открытые границы. Финикия, предложение. Мастерская 3 производства дает. Тут город пока растет. Мне бы, я бы тут, наверное, рабочего сделал. Алексей, а ты далеко от британца? Очень. Ну да. Хотя я, кажется, границы вижу. Тогда мне неинтересно. Ну, я бы не сказал, что прям очень далеко. Ну, как, типа недалеко, но тут как бы... Экран. Дело в том, что между нами просто такая территория. А, может, он имел в виду в плане, что он сейчас сам от британца ко мне пойдет, чтобы смотреть меня? Ты это имел в виду? Нет, тогда ну, очень далеко. Да, да, ну как бы, если ты мне даешь открытые границы, значит, мне надо посмотреть. А как бы просто так давать границы, ну а зачем? Как дружеский жест. Если у тебя есть судоходство, вот можешь пройти на север и оплыть меня сверху. Так, тут откладываю, чтобы промышленную зону построить. Это вот тебе как дружеский жест. Окей. Инка, тебе до союзов далеко? А где союзы? Союзы после средневековых ярмарок. Блин, источник вечной молодости дает прокачку, которую не видно на юнити. Непонятно, каким юнитом ты ее дал, каким нет. Видно. Где? Ну вот, например, там у тебя всадник, да? Наводишь на иконку всадника, там, где написано. Ну, а, там, где все, понял. Ну, мне бы хотелось, чтобы оно на самом деле было вот внизу, где прокачки показывают, понимаешь? Это ну, проще тоже как-то. Логично. Так, тут я отложил производство пока. Инк, забери ученого. Машиностроение пойдем. Так, великий ученый. А, вот у меня, кстати, чудо света античности. Есть какое-нибудь? Мон-Сен-Мишель говнин. Слушайте, я бы Колизей построил, кстати. Слушайте, Колизей здесь вообще... Очень должно быть крутое чудо, потому что
В радиусе 6 клеток. Можно строить только на ровном участке рядом с развлекательным комплексом, где есть раз арена. Мы с тобой это дружим. Да, далеко и надолго. Дай право прохода. В 6 клетках. Там, говорят, еще один игрок есть. Ну, похоже, мне надо где-то вот тут. Хорошо, хорошо. На ровном месте. Так, все сюда ставлю. 4, так, далеко. Если тут ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6, но... До равенны тогда не дотягивается. А если наоборот? 1, 2, 3, 4, все равно, блин. Конечно, мне его поставить в Колизей. Хочется, чтобы он до всех город... Что-то я широковато города поставил, да? Так, один ход отложим, потому что следующим ходом возьму на 50%, чтобы... А, зачем мне тогда откладывать? Подожди, не надо мне откладывать, потому что... Тут просто он не теряет население, да. Но следующим ходом 50% поставлю на поселенцев. Нормально. Так, а тут вот у нас тоже есть варвары. Пошли ими займемся. Может пограбить дорогу тут финикии? Раз он... Ну там, правда, караван ходит, он просто эту дорогу восстановит. Так, давайте маяк. И мне надо... Так, а что там ускоряет чудо античности? Ну, конечно, мне бы Колизей построить. Самое что ни на есть, во-первых, чудо античности. Жди, или где оно? Да, Колизей — чудо античности. Но, блин, у меня не получается его время так расположить, чтобы... Раз, два, три, четыре. Да? Три, четыре. Так. Четыре. Может, мне его сюда где-нибудь поставить? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, то есть вот сюда я ставлю... на ровном месте должен стоять, блин. Три, четыре, пять, шесть. А сюда Данса не добивает. Алексей, ты разведчиком походил? Нет еще. Да сдвинь, чтобы это не было так дерзко. Клетку выкупи, то еще. Скажи, так, выкупи будет. Клетку. Как, он же там... Не... Он, по-моему, только в одно место может отступить там. Ну, там на... Не, он направо мог сейчас походить. Так, где создание поселенцев? Вот. Давайте вместо инсул. Разведчики считают уже боевых юнитов? Да. Так, пока никуда.
Здесь они 4 торговых пути. Если надо покупать, наверное. Так, значит, развлекательный комплекс. Нет, здесь у нас дамба будет. Я бы хотел на Анце, Ареции и Равену, чтобы он влиял. Понимаете? Раз, два, три, четыре, пять. Блин, как... Есть вообще какой-то... Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, тут не получится и на то, потому что Анцы и Равенна слишком далеко находятся. И у меня нету тут... Вот если бы я здесь поставил, вот здесь бы он влиял нормально, но тут у меня, сорян, раз, два, три, четыре, пять, шесть, не дотягивается, да? Ну тогда надо, видимо, больше вот в эту сторону куда-то. Блин, может вообще в Ареции его построить? Ну, мне же сейчас его надо строить. Дамбу ускорить. Или пофиг, ну давайте так и откроем Counterforce, блин. Пофиг. Без ускорений. Видимо. Финики продлеваем. А вот средневековые ярмарки мне надо ускорить. Вопрос только откуда посылать караваны. Но я бы к инкуб отправлял. Откуда у меня вообще бегают? Два из Рима, да? Давайте в Ареции тогда один купим. И один в Равенне. То есть я так понимаю, что... Три цивы где-то еще вот здесь находятся. Судя по всему. Промышленную зону я первый вообще поставил. Причем их уже несколько у меня. Отлично. Народ не нашел, где... ученичество. Кстати, я еще селитру не обработал, а надо бы. Кто-нибудь уже копит селитру? Да. То есть Англия и Канада на самом деле вот здесь вышли как раз в военную инженерию. Да, и надо, конечно, за миссионерами канадскими следить. Мне бы мою религию разнести. Так, пошли-ка селитру обработаем. Тут два заряда, одним я... Так, вот давайте думать. Во-первых, я могу вот сюда поставить. А почему здесь... Не, ну я сначала к этому озеру пойду. Причем, наверное, вот сюда.
меня тут дорога есть. Как раз у Везувия поставлю город. Слушайте, а может мне... Не, надо еще больше поставить. Здрасте. Блин, я еще 3 цивы не встретил. Есть средневековые ярмарки. Угу. То есть там Канада тоже как-то отдельно. Такое ощущение, что, знаете, тут все какие-то на своих полуостровах находятся. Как будто... Слушайте, а что в средневековых ярмарках? Бонус от света для театральной площади к жилью во всех городах с 3 и более специализированными районами. Но это я поставлю, когда поселенцев всех построю. А, подождите, с 3, но плюс 2 к жилью. Там с 2, но плюс 1, а тут с 3, но плюс 2. Ну и, соответственно, для Рима это неплохо. Хотя в Риме и так 15 жилья. В Анции 18, да, конечно, с жильем у меня тут... Да, мне нужен Колизей, несомненно. Я бы его просто Анцием построил. Мне кажется, вот здесь нужно развлекательную площадь. И вот здесь Колизей. Нет, походу нет. 2, 3, 4, 5, 6. Блин, чуть-чуть не хватает. Хорошо, если я сюда поставлю, вот тут развлекательную, а сюда Колизей. 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Вот сюда надо будет тогда город ставить. Ну, до этого точно дотягивает. А до столицы? 3, 4, 5, 6. Столицы нет. Ну, мне кажется, столица и так норм. Да, елки, почему появился мечник? Поменяемся местами. Ну, а, кстати, я священные места не ставлю до сих пор. Но мне бы священные места поставить, у меня там хорошее верование на культуру. Тем более вот еще и религиозный город встретил, как, хоть какой. Да, наверное, меняем... У нас будет развлекательный комплекс, тут удаляем. И Колизей сюда бахаем. Тем более у нас будет великий человек на чудеса. Рейну в Равенну. Ну, мне еще один поселенец точно нужен. То есть вот это я строю. А вот третий нужен ли мне? Вопрос. Ставить ли мне тут город? Вообще тут оливки есть, имеются, да? Наверное, стоит. Наверное, стоит. Да, на всякий случай напоминаю, что великих людей не пропускаем. Так, единственное тут
правило у нас. Я бы, наверное, вот прямо на скот сюда поставил. Сейчас еще подумаю, где тут ставить. А, ну тут нечего думать, тут чисто на пшеницу. Ну, еще одного посева сделаю. Так. Давайте, наверное, куплю... Куплю строителя. Дальше в Медиалане куплю торговца. Блин, ну вообще, может, уже стоит кампуса начать как-то строить. Время я буду дамбу. Блин, вообще и рабочих бы мне поднастроить. Инк, я уже следующим ходом в союзах, ты как? Мне еще не скоро. Предлагаю пока дружбу, а потом через сколько? Через 8 ходов выхожу в союзу. Окей. С двумя и болями по мишени плюс одно. Ну, кстати, тоже хорошая карточка. Может мне убрать уже 50? Ну, блин, два хода. Он будет тогда три хода делаться. Так, у меня юниты не двигаются. У меня двигаются. Отойду. Не хочется потерять юнит. Может сразу... Давайте рабочего. Рин, предложение. Ты все еще не все посмотрел? Нет, я хочу просто уйти. Ты меня не выпускаешь. На этом пока все. Спонсоры канала могут посмотреть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!